Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. На меня они глядят. На ТВ попасть хотят. Ночью он кушает, а утром он спит. Ответы на все загадки от домашних животных. Ёжик – это ночное животное, нужно понимать изначально. Оно может укусить. Все это в новой программе «Мелахи». Если вдруг вы захотите домой принести ежа, то хорошо об этом подумайте. Смотрите новый выпуск 3 ноября в 21:10 на 8 канале.